Много на земле дорог. Одни из них прямые, другие извилистые. Много на земле дорог. И все они ведут от человека к человеку. Но есть и другие дороги. Они ведут от сердца к сердцу. Это те пути, которые прокладывают в борьбе за счастье человека слово трибуна, кисть художника, мелодия музыканта, песня поэта. Вперед! Иди вперед, мой брат! В пути отстать, что мертвым стать. Не бойся никаких преград. Иди всегда вперед, мой брат. Это слова Рабиндраната Тагора, великого сына Индии, который соединил в себе дарование поэта, писателя, музыканта, художника, публициста, философа, общественного деятеля. Рабиндранат Тагор родился 7 мая 1861 года в столице Западной Бенгалии, Калькутте. С детских лет полюбил он свой родной край. С детских лет всматривался в жизнь народа, вслушивался в его песни и сказания. На одной из улиц Калькутты стоит дом, который знает каждый индиец. Здесь жил и работал Тагор. Отсюда на весь мир разнеслись пламенные слова поэта и трибуна. Свои первые стихи Тагор написал еще в детские годы. Поэт мужал. Его поэтический голос обретал все большую силу и выразительность. Шли годы, но как волны полноводного Ганга не иссякало его вдохновение. Великий неутомимый борец за национальную независимость Индии, Рабиндранат Тагор в течение многих лет был сердцем и совестью своего народа. В Калькутской библиотеке хранится уникальная коллекция рукописей и книг Тагора. Его литературное наследство огромно. Около 1000 поэм и стихотворений, 12 романов и повестей, 30 пьес, более 2000 песен, 100 рассказов, сотни статей, научных трудов. Книги Тагора давно перешагнули границы его родины. Еще в дореволюционные годы на стол любителей поэзии лег скромный томик стихов великого поэта. Потом появились романы, пьесы, рассказы. Но подлинно популярным в нашем народе творчество Тагора становится лишь в советское время. И уже не отдельные ценители прекрасного, а миллионы читателей, пытливых и жадных, потянулись к книгам классика индийской литературы.
За 4 десятилетия в нашей стране издано огромное количество книг Тагора на русском языке, латышском, узбекском, грузинском и армянском, эстонском и белорусском, литовском, азербайджанском, таджикском, казахском, татарском, свыше 100 изданий произведений Тагора. 3 миллиона книг почти на всех языках народов СССР. Вот прекрасный сад Тагора, который расцвел в нашей стране. Книги Тагора проложили широкую тропу к сердцам наших людей. С их страниц, как живая, встает далекая Индия. Чарующая мир страна, прозрачным золотом лучей озарена, ты в матери мне матерью дана. Инд голубой припал к твоим стопам, дрожит зеленый дол, открытый всем ветрам. На гималайских выступах светло, а не твое венчанное чело под ледяной серебряной короной. Певец Индии, ее древней самобытной культуры, Рабиндранат Тагор черпал вдохновение в повседневной жизни своего народа. В его произведениях, как в волшебном зеркале, отразились маленькие радости и большие заботы бедняков, мечты, надежды и трудовые будни миллионов индийцев. Открыть народу путь к свободе и независимости, к знаниям, к искусству, к культуре ради этого творил и боролся Рабиндранат Тагор. В местечке Шанти-Никетан полвека назад он создал единственный в своем роде народный университет, в который могли поступить любая девушка, любой юноша, независимо от касты и сословия. И по сей день в этой обители мира, как называл ее Тагор, живы благородные традиции, завещанные великим просветителем. Счастье народа. В чем оно? Задумываясь об этом, писатель все чаще обращал свой взор на север, туда, где за ледяной грядой Гималаев лежала страна, которая первой прокладывала миру путь к свободе и счастью. В письме к своему племяннику Шоумендранатху Тагор писал: «Светильник моей жизни угасает, ведь масло в светильнике почти иссякло. Как бы то ни было, я полон желания познакомиться, пока я жив, с тем, что делается в России». 70-летний писатель отправился в далекий путь. Россия. Из окна я смотрю на открывающуюся моему взору картину. Насколько хватает глаз, бегут зеленые волны леса, темно-зеленые, светло-зеленые, в золоте и багрянцы. Далеко на краю леса цепь деревенских избушек. Я бы считал цель своей жизни недостигнутой полностью, если бы не приехал сюда. Прошло только 8 лет, как они приступили к созидательной работе, построению новой эры. Засучив рукава, они работают, чтобы на этом огромном пространстве воздвигнуть новый мир. Они твердо решили пройти тысячелетие за 10-15 лет. Их воля огромна. Работы немало. Их обширное государство распространяется на территорию Европы и Азии. Колесница их энергии промчится и там, но не для обогащения богатых, а для усиления всего народа. А
11 сентября 1930 года Москва встречала Рабиндраната Тагора. Поэт остановился в гостинице «Гранд Отель». Каждое утро выходил он отсюда на улицы города, пытливо вглядываясь в открывающийся перед ним новый мир. Такой была Москва 30 лет назад. Такой запечатлели ее кадры кинохроники. Такой увидел ее Рабиндранат Тагор. Улицы Москвы многолюдны. Однако щеголей нет. Праздность исчезла бесследно. Все живут своим трудом. Нигде ни одного франта. Куда ни глянешь, всюду рабочие. Нет нужды ходить в библиотеку, листать книги или ездить по деревням и населенным пунктам, делая заметки в блокноте для того, чтобы увидеть изменения, происшедшие среди рабочих и крестьян. В Европе повсюду существует разница между богатством и бедностью. Здесь живут только те, кого в других странах мы называем народом. Каждый день пребывания Рабиндраната Тагора в Москве был заполнен встречами, беседами, новыми знакомствами. Мне довелось встретиться с одним интеллигентным человеком, доктором Петровым. Он очень уважаемый здесь человек и занимает высокий пост. Старейший большевик профессор Федор Николаевич Петров отлично помнит свои встречи с великим поэтом. Это фотография, которую я сейчас рассматриваю, напоминает мне те знаменательные дни 1930 года, когда я, как председатель Всесоюзного общества культурной связи за границей, встречал великого индийского поэта Рабиндранат Тагора. Рабиндранат Тагор приехал большим другом Советского Союза. Его интересовало все. И национальная наша политика, наша конституция, наше народное образование, наше строительство в области сельского хозяйства, в области индустрии. Он хотел все знать, как он говорил, для того, чтобы там, в своей стране, применить наш опыт, наши достижения. Рабиндранат Тагор имел встречи не только со мной, но и с многими деятелями науки, искусства, с крестьянами, рабочими, с художественными деятелями. Вот на этой фотографии изображена одна из таких встреч, встроенных в Оксу. Стояла в это время холодная погода, была осень. Мы решили подарить поэту шубу. Когда я посетил его в один из моих обычных визитов, он сказал: то, что исходит от сердца, то является самым дорогим для человека. И я, уезжая из СССР, буду всегда вспоминать внимание и заботу дорогих своих друзей. В один из дней Тагор посетил Московский Кремль. Пристально вглядывался Рабиндранат Тагор в древние здания Кремля. Осматривал прекрасные соборы, созданные трудом и талантом безвестных русских умельцев. Памятники старины были безмолвными свидетелями истории народа, полной героизма и славы. Всего 13 лет отделяло новую Россию от старой, но это были годы великих свершений.
Встреча со студентами и профессорами была, пожалуй, особенно интересной Тагору, который хотел близко познакомиться с народным образованием в нашей стране. Ни в одной стране я не видел такого огромного распространения образования, как здесь. Если бы я не увидел собственными глазами, я бы никогда не смог поверить, что всего за 10 лет они не только вывели из тьмы невежества и унижения сотни тысяч людей, и не только обучили их грамоте, но и воспитали в них чувство человеческого достоинства. И не только в России, но и среди полуцивилизованных народов Средней Азии они распространяют просвещение с быстротой наводнения. Просвещение в народе они распространяют разными способами. Одним из таких способов являются музеи. В Москве находится известное хранилище картин, которое называется Третьяковская галерея. Здание не вмещает всех стремящихся посетить галерею. В Москве была устроена выставка моих картин. Картины, конечно, необычные, и все же людей нескончаемые толпы. За несколько дней выставку посетило 5000 человек. Что бы там ни говорили, я не могу не отметить их вкуса. И снова встречи, беседы, новые впечатления. Сердечно принимали Тагора советские писатели. Деятели искусств приветствовали поэта. Они подарили ему маску Льва Толстого, искусно исполненную в мраморе. В Московском художественном театре Рабиндранат Тагор смотрел спектакль «Воскресенье», поставленный по роману Толстого, чей гений был особенно близок к Тагору. Мир знает мало таких специалистов в области драматического искусства, какие есть у них, писал Тагор. Великий поэт побывал и на балете в Большом театре. В Москве, неподалеку от Таганской площади, стоит небольшой особняк, где уже почти 40 лет весело звенят детские голоса. В 30-м году здесь находилась пионерская коммуна имени Алисы Кингиной. В один из сентябрьских дней коммуну посетил Рабиндранат Тагор. Прошло 30 лет. Участники встречи с Тагором давно выросли. Бывший беспризорник Саша Сагай стал художником. Пионер Петя Федоров – видным юристом. А бессменный автор пионерской живой газеты Саша Филатов – известным поэтом. Бережно хранят они память о встрече с великим поэтом Индии и рассказывают о ней своим юным друзьям. В письмах о России Тагор тепло вспоминает о своей встрече с коммунарами. Они расселись вокруг меня, как будто я тоже из их отряда. Они захотели показать мне то, что они называют «живой газетой». Тема ее – их пятилетний план. Это стоит посмотреть. Думаю, что, вернувшись домой, я начну с того, что попытаюсь поставить живую газету в Шантиникетане. В нашей книге отзывов поэт написал: «Я всегда буду помнить прекрасный вечер, который провел с этими пионерами». Да и мы, старые коммунары, разве забудем, как здесь, в окружении нас, сидел великий поэт, замечательный человек, большой наш друг и доброжелатель. Мне хочется прочитать вам несколько строк из своего стихотворения, которые я посвятил этой замечательной и никогда не забываемой встрече. Счастливая юность, зарницей блеснув над простором, в кипучих делах продолжает высокий полет. Прошли пионерские годы, но встреча с великим Тагором, как лучшая песня, в сердцах коммунаров живет. Бережно хранятся в архивах документы, связанные с пребыванием Рабиндраната Тагора в нашей стране.
Вот письмо Тагора академику Федору Ипполитовичу Щербацкому. «Мой визит в Россию, — пишет Тагор, — был полон неожиданностей и бесчисленных открытий, полезных для моей страны. На встрече с киноработниками гость из Индии познакомился с творчеством выдающегося советского режиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна. В те годы Эйзенштейн прокладывал новые пути молодого советского киноискусства. «Старое и новое» – так назывался один из фильмов Эйзенштейна, который смотрел Тагор. В ряде эпизодов показывались непосильный труд и безрадостная жизнь русского крестьянина в тяжелые дореволюционные годы. А вскоре Тагор встретился как бы с ожившими героями фильма, с теми, кому революция дала свободу и землю. Беседа в доме крестьянина была, быть может, одной из самых знаменательных бесед Тагора. Об этом он писал так. До революции 1917 года 90% здешних крестьян и в глаза не видели современных сельскохозяйственных орудий. А сегодня на их полях появились тысячи машин. Необычной является огромная энергия, которую они проявляют по всей стране в деле подъема земледелия. Душа радуется, когда видишь, какую свободу за такой короткий срок получил в прошлом так жестоко угнетаемый народ. Каждый день я сравниваю с Индией то, что вижу здесь. И меня неотступно преследует мысль о страданиях наших крестьян. Нельзя добиться подъема сельского хозяйства, если не объединить крестьянские земли на общинных началах. Стремиться вырастить урожай на изрезанных межами клочках земли, пользуясь плугом прадедовских времен, все равно, что таскать воду в разбитом кувшине. Так писал Тагор после беседы с крестьянами в Москве. Колонный зал Дома Союзов. Здесь 24 сентября 1930 года москвичи провожали Тагора. Огромный зал был переполнен. Рабочие, крестьяне, ученые, деятели культуры приветствовали гости из Индии. Великий поэт читал свои стихи. Этот незабываемый вечер хранят в своей памяти многие участники встречи. И снова потянулась бесконечная лента дороги. В каюте корабля Тагор продолжает писать свои знаменитые письма о России. Думы о России до сих пор владеют всем моим существом. Дело в том, что другие страны, в которых я бывал, не волновали так моего воображения. Простой народ сбросил бремя неравенства, смог выпрямиться и поднять голову. Они стоят теперь в мире людей с высоко поднятой головой. Ум их независим, руки свободны. Письма о России. Это замечательная книга. Рассказала индийскому народу правду о нашей стране. И снова родная Бенгалия. Тихий дом в зеленой долине Шанти-Никетана. Но теперь не только мечты и раздумья связывают Тагора с миллионами друзей за ледяной грядой Гималаев. В дом в Шанти-Никетане идут посылки. Почта приносит советские книги, плакаты, журналы. Листая страницы журнала «СССР Настройки»,
выходившего в те годы под редакцией Максима Горького. Тагор из месяца в месяц следил за успехами советской страны. Широким потоком шла в Шанти-Никитан советская литература. Здесь и «Тихий дон» Шолохова, и биография Владимира Ильича Ленина, монографии о русских художниках, и сборник, посвященный 40-летию Московского художественного театра. Я очень благодарен вам за присланную мне прекрасную книгу с иллюстрациями «Слово о полку Игореве». Увы, я не могу прочесть эту книгу, но иллюстрации произвели на меня огромное впечатление, и я с удивлением и восхищением узнал, что они выполнены художниками-крестьянами. О своем далеком друге не забывали и советские дети. Еще в Москве Рабиндранат Тагор говорил об удивительных рисунках наших ребят. Великий писатель и художник видел в них присущее всему нашему народу стремление к созиданию и творчеству. Торжественно отмечалось 70-летие Тагора. В «Золотой книге приветствий», специально изданной ко дню рождения поэта, хранится немало теплых слов и подарков советских друзей. Одно из своих произведений посвятил маститому юбиляру заслуженный деятель искусств, композитор Василенко. И, конечно, поздравили Рабиндраната Тагора его юные друзья из первой пионерской коммуны. «Дорогой поэт, — писали пионеры, — в день вашего юбилея шлем вам свой горячий пионерский привет. Мы хорошо помним песню индийского народа, которую вы нам пели». И на север, в страну социализма, шел ответный поток писем, рукописи и просьбы о присылке книг, деловые записки и дружеские послания. Мне трудно выразить в нескольких взволнованных словах то, что я чувствую, когда меня поздравляют в моей родной стране и шлют приветствия из-за морей, вселяя в меня уверенность, что многим я доставил радость, некоторым помог, и это лучшая награда моей жизни. Грозовые предвоенные годы, когда коричневая чума грозила затопить весь мир, Тагор поднял свой голос против фашизма. На весь мир звучали его гневные слова. Дух насилия осквернил человеческую душу. Дым ненависти загрязнил небо. Этому разрушающему потоку международного фашизма надо преградить путь. Цивилизацию надо спасти от потока варварства. Война в Абиссинии. В эти страшные дни Тагор пишет свое знаменитое стихотворение «Африка». И вот от беззвучного плача на залитых кровью тропинках пыль стала кровавую грязью. А в это же самое время на том берегу океана плыл набожно звон колокольный, и он милосердного Бога и утром, и вечером славит. За Абиссинией Испания, и снова как набат гремит над миром страстный призыв Тагора. В этот решающий час, в час великих страданий испанского народа, я взываю к совести человечества. И сегодня, когда вновь возникла угроза возрождения фашизма и новой войны, слова Тагора звучат как призыв к бдительности. До конца своих дней Тагор ненавидел фашизм и был искренним другом Советского Союза. Близкий друг поэта, видный ученый-общественный деятель профессор Махаланобис рассказывает.
Он еще Апчелли Шалер август мас, дитио махаджуддхер, тахон шанкатамай шандхиккан. Герман бахини кромей руш дешер бхиторе эгия чалече. Август 1941 года. Это были дни, когда во Второй мировой войне наступил один из критических моментов. Фашистская армия постепенно продвигалась вглубь России. Несмотря на недуг и тяжелые страдания, какие испытывал больной Тагор, он каждый день с нетерпением ждал сообщения о ходе войны. Как только приходили газеты, он быстро просматривал заголовки. Когда поэт видел, что немецко-фашистская армия продвигается вперед, лицо его мрачнело, иногда он рвал газету. Когда ему стало еще хуже, и он не мог читать газеты сам, он обращался с вопросами к другим людям. Каковы последние известия о войне? Мне вспоминается. Утром перед операцией у меня был последний разговор с Рабиндранатом Тагором. Пришли газеты. Поэт с волнением спросил меня, что сегодня нового? Я ответил, сегодняшние сообщения немного лучше. Они остановили немецкие войска. Русские войска сражаются с немцами, не отступая. Душа поэта наполнилась радостью, когда он услышал об этом. С глубокой верой он произнес, иначе не может и быть. Конечно, смогут, они-то смогут. Это были последние слова поэта, которые я слышал от него. В тот день на просветлевшем лице поэта я увидел радость за будущее человечества. А через несколько лет сбылась и другая заветная мечта Тагора. Последние отряды английских колонизаторов покидали его страну. Песня «Джана Гана Мана», созданная Тагором, стала отныне национальным гимном Республики Индии. Адинаяка джая хе Бхарата Бхагья Витата Панджаб Синдху Гуджарат Маратха Дравида Юскала Ванга Виндха Хималя Ямуна Ганга Устхала Джаладхи Таранга Тапа Шубха Наме Джаге Тапа Шубха Яшишу Маге Гахе Тапа Джая Гатха Jana Gana Mangala Dayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He. Не умирать, а жить в счастливом мире этом. Среди людей я вечно жить хочу. И, может, на земле, залитой ярким светом, среди живых сердец я место получу. И сегодня среди живых сердец Тагор живет в каждой строке его книг, в каждом слове стихов, в каждой строфе песни. Тысячи людей приходят в тихий Шанти-Никетан почтить память великого поэта. Писатели, артисты, крестьяне, виднейшие государственные деятели собираются здесь под сенью саловых рощ, столь дорогих сердцу Тагора. Звучат идущие из глубины души слова любви, благодарности, уважения. И, конечно, в такие часы звучат здесь вещи и строки поэта, может быть, эти. Упразднят триумфаторов статуи, арки, шлемы, солдатские каски. Былью войн, стариной бесноватую будут заняты детские сказки. Соберутся с рабочую хваткою люди вместе в грядущее веря, привлеченные здания закладкою на развалинах древних империй. Пробудившаяся Индия свято чтит светлую память своего великого сына. Гирлянды цветов, чистых и прекрасных, как слово поэта, возлагаются в его честь. Тагор многое сделал для сближения советского индийского народов. Пхилаи. Это слово стало символом дружбы двух великих народов. А университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве, где каждый день встречаются в аудиториях сотни студентов,
из 63 стран мира. Разве не прекраснейший памятник заветным мечтам многих великих гуманистов Земли, осуществленный в столице страны, строящей коммунизм? Москва. 30 лет прошло с тех пор, как по ее улицам, зорко вглядываясь в окружающее, проходил Рабиндранат Тагор. Как много нового увидел бы сегодня великий индийский писатель. Новые здания, улицы. Прекрасно оборудованные лаборатории институтов. Новые цеха фабрик и заводов. Космические корабли. А главное, новых людей. Жива в Москве память о госте из Индии. Он стал одним из любимых писателей в нашей стране. Его книги дарит возлюбленный. Берут с собой в далекий путь. О жизни великого сына Индии рассказывают московские школьники на уроках языка хинди. Рабиндранат Тагор Бхаратия Махакави Орликхакте. Унхон не бахут ачи пустакен ликхин. Ве бачонце бахут пьяр картетхе. В прекрасном городе на Дневой Ленинграде слышен голос Тагора. Бхагаван, туми джуге-джуге дут, патахэцу баре-баре, даяхэйн шансаре. Внимательно вслушиваются в каждое слово поэта студенты и аспиранты Ленинградского университета. Драматический кружок восточного факультета под руководством Татьяны Евгеньевны Катениной готовит к постановке пьесу Тагора «Карточное царство» на бенгальском языке. Обсуждаются эскизы декораций. Идет примерка костюмов. Поиски грима. В подготовке спектакля активное участие принимает и профессор Адилакшми Муламуди. И вот уже слово Тагора звучит на репетициях пьесы. Ранима, уни моричи каке джальфеле дворбен, уни рубкот хардешер, шондхан петечян. Шеки кота! И, быть может, не всегда безукоризненно произношение, точен жест, но в каждую сцену, каждую реплику участники спектакля вкладывают свою искреннюю любовь к творчеству великого поэта. Репетиция сцены сменяется репетицией танца. В нашей стране знают Тагора не только как писателя, но и как музыканта. Известный композитор Сергей Артемьевич Баласанян заканчивает сейчас обработку цикла песен Рабиндраната Тагора. Мелодии Тагора можно услышать и на берегах Волги. В Куйбышевском театре оперы и балета поставлен балет «Читра». В тысячах километров от Бенгалии, далеко на севере, вновь оживают образы, созданные гением Тагора. Thank you.
на репетиции балета приезжала внучка поэта, госпожа Крипалани. Ее предложения, замечания, советы помогли артистам Куйбышевского балета при подготовке спектакля. На сцене театра развертывается волнующая поэма борьбы добра и зла, торжества светлых сил любви. Как никто умел сказать об этом высоком и светлом чувстве Рабиндранат Тагор. Торжество дружбы двух великих народов, в свидетельство любви к прекрасному искусству великого сына Индии превратился в финал этого знаменательного спектакля. Ташкент, столица Узбекистана, крупный промышленный и культурный центр Советского Союза. Здесь, на сцене Узбекского академического театра драмы имени Хамзы, с успехом идет пьеса «Дочь Ганга» по мотивам романа Рабиндраната Тагора «Крушение». Спектакль рассказывает о судьбе простой индийской девушки Камолы. Nima uchun menga begina ko'zidan qarayapsiz desam, gap bu yoqda ekan. Uning eri tirik. Yoningiz yoningizda nol. Тот, кто борется за свою судьбу, за свое счастье, находит его. Камона? Эта мысль положена в основу спектакля «Дочь Ганга». На ташкентской киностудии идет работа над постановкой телевизионного фильма «Дочь Ганга». С огромным увлечением съемочный коллектив работает над воплощением замысла Тагора. И каждый раз, где бы мы ни встретились с героями Тагора, это всегда радостная встреча с нашим добрым и старым другом. Внимание, съемка!
Diğerde hemen terlet koyamadı. Diyorsam hazır hakkıyla şeref. Yok. Başkanlayan yok şeysen. Как свой праздник встречает советский народ столетие со дня рождения Тагора. Правительство нашей страны образовало специальный комитет по проведению юбилея. В него входят видные общественные деятели, ученые, деятели искусства. Во главе комитета крупнейший советский поэт и видный общественный деятель Николай Тихонов. Ответственный секретарь комитета, известный индолог Евгений Петрович Челышев. Здесь разрабатывают меры по увековечению памяти Рабиндраната Тагора. Тагор был искренним и верным другом Советского Союза, сказал глава советского правительства Никита Сергеевич Хрущев. Советский народ высоко чтит его и любит его произведения. К юбилею издается новое, наиболее полное издание произведений Тагора. В редакционной коллегии издания крупнейшие знатоки творчества Тагора. Над новым изданием работают известные переводчики. К знаменательной дате Министерство связи СССР выпускает специальную юбилейную марку. А в мастерской молодого скульптора Романовской создается памятная медаль в честь столетия со дня рождения великого поэта. Неугасимый Прометеев огонь творчества, любви и братства несет гений Тагора людям. Я страдал и отчаивался, и я рад, что я в этом великом мире. Так писал Рабиндранат Тагор, и он навсегда остался вместе с нами в сложном и прекрасном мире. Поэт, трибун и философ, борец за счастье людей, великий сын своего великого народа.